По поводу Сирии, вы знаете, я всегда говорю, как есть, этот вопрос вообще не поднимался. Вообще не поднимался. Ни на узких встречах, ни вот мы с Владимировичем ужинали 2,5 часа, по-моему, или даже больше. Этот вопрос вообще не поднимался. Ну, видите, у нас есть ребята в Бишкеке, которым надо хоть что-то придумать, что-то с чего-то раздуть. Это непростая вещь, потому что если на самом деле этот вопрос будет подниматься, там, во-первых, нужно решение единогласное всех членов ОДКБ, во-вторых, нужна резолюция ООН, а там вы знаете, как ко всем инициативам России относятся, пытаются все разблокировать. В-третьих, это все равно решается парламентом страны. И в-четвертых, если когда-нибудь, наверное, это уже не будет при моем президенте, такой вопрос возникнет, конечно, Кыргызстан должен направлять нерегулярные какие-то части, соединения. Ну, а если будут какие-то желающие из числа кадровых военных, там, офицеров, может быть, таким путем, чтобы там набраться опыта, заработать. Но это, я думаю, это такой вопрос. Во всяком случае, мы сейчас абсолютно это не обсуждали. Я был очень удивлен, когда это началось муссироваться.